когда любящие люди вместе, мир кажется сказкой. Я хочу почувствовать эту горячую утопают жидкость. Надежде, ласки. Я чувствую, что ты уже готов. Но всегда я наступает хочу. Момент, когда они друг друга начинают надоедать. Начинаются ссоры, обиды, упреки. В конце концов, отношения рушатся. Им кажется, что не может все больше так продолжаться. И они расходятся. Но через некоторое время он осознает и понимает, что не может жить без нее. Он страдает, ревнует. Душевно погибает. Но тут настает время гордости. Он не знает, что делать. Все в себе держать или открыть свои чувства. А может лучше промолчать. Сердце ему твердит вперед, а разум говорит не надо. И она пытается быть гордой. Но увидев его, сердце ее тихо плачет. А время идет.